Заман Хайрус, НГРТ канал НДА, Хаберляр. Студия Дачалы Шер, Татьяна Ставилова. Электян Баш Темалар. Чадрилунга муниципална сату Нотурушында от пролин фермы Сычин Соруш Бакылды. Бу автаму довода 30 градусы жак бекленлер. Ниже корума кенди салыны сыжак хавада, аннаттылар Гагаузинан хаталы улаларда баканның узманнары. Июнь айын 26-сында наркотиклерин куланмасынан гюрешмек гюні бакылыр. Кишиневка сабасында Буюканы дава курумында Гагаузия башканы ичин дава ищи лазымды бакылысын бюн. Отуруштан сур автономинын башканы Даныштын сынра англары дава курумын өнінде топландылар. Сегодняшнее судебное заседание перенесено на 3 июля, так как мои адвокаты... Бюнки отурушта каблизельзе карарки гечерме дава ищин бакылмасыны июля айын үчіне. Чунки беним адвокатларым онырдан дир баалы себепе гюре йокту ниже бюнки дава отурушында пайылсынар. Бен сізе данышырым ки саулынызы коруясыныз, чунки бу ен паалы не вар бізім яшымымызда. Истерим шүкір етмесізі ярдым ічін, біз инстанар ічін чалышырыз. Я хочу спасибо еще раз вам сказать за вашу поддержку. Мы работаем для людей обязательно. Чадыр муниципиясында гейчті муниципия насаты нотурушу. Юнемле бир соруш ангысы лазым дачы клансы нотурушта дурум ат пролин бейгер фирмасында. Та адерінден безім сюжетымызда. Молдова Республикасының үйлен тарафын инжесі о ат пралин бейгер фермасы. Аңғысы болуныр чадыр муниципиясында. Бейгер фермасы ішлер 1984-й елдан. Кемсайлар Гагозинның ең өнемлі, ең гөзәл көрішін бері. Битке гүннәр дұрым аңғысы олды ат пралин бейгер фермасында чок дартышмақлар кеттерді. Ачықланды бұ соруш чадыр муниципияның насатын отырушында да. Чадыр муниципиясының примары Анатолий Тапалнышыны да, ани касабының ерлік өетлеріні қақырландырар дұрым ат пралин бейгер фермасында. Бізде бүгін муниципалитет советі кешті бүйік соруш, 2 саат біз бұл ішлері конуштук. Дейіні көресен, бізім бұл предприятия ат пралин, кәне ферман чадырда болны. Онда ситуация для билина шоу дикелер дору. Гагаузия чифчилик баканның башы Сергей Пиршин нышанады, ани ат пралин бейгер фермасы корунулачек, да Константин Келешин ищи илерлейчек. Мы будем сегодня продолжать развитие канифермы. Без бюн хипс не ападис, а не бейгер фермасы и лерлесен. Без истерис он курмахим и лерлетме. Я ападис маршрутлары, а не хипс инсаннерда олсон кулылы гизме бейгерлерді. Вар планнерда гечерме маршрут, чадыр касабасындан Гагаузия ландадан. Полелерден 15 километра якын олачек. Олачек ойол динненмеклен, халкимеклерин датмасыннан. Бунар вар планнерда. Чадыр касабасының примары Анатолий Тапал анатты, насыл карар бүйін кабледілді муниципия насатын отырушында. Біз бүйін кабледті карар, біз істейіз, вересілі онына карар, біз салдыз кенді үстімізе о предприятии, бақчы соны елер, соны елер, ютядор яжыста прожаңыры та кетірме пара. Ниджаны шыныды Гагаузия чифчилік баканның башы Сергей Пиршин, регионал куветлері контрольда тұтар бұ сорушу. Эти вопросы решаются. Бұл соруш чөзілі регионал көетлерінен. Исполком контрольда тұтар бұл сорушу. Сау ұлсын чады қасабасының депутатларына. Они қатылдыла, ярдыме дәрлар чөзіме бұл сорушу исполкомынан білі. Муниципия насаты насатчыларын бір қачы хеп өлі пайлаштылар көрішті. Неге өте адору лазым елерлесін ат пралин бейгер фермасы. Сегодня это предприятие до такой степени индивидуально. Бүгінгі күнде херкезі ішлемейдік о бейгер фермасында. Херкезі бедіремейдік. Чадыр муниципиясының насатын насатчысы Анна Михальчук сайыр, ани чадыр муниципиясының бюджеті үстелемейдік финанс тарафындан, ани бақма бейгер фермасыны. Бен сайырым, ани бұл предприятие атпралин лазым қалсын исполкомун бюджетында она лязым хасалсына ону дейіне примария муниципе чадырын примариясы муниципе чадыры хасаламычык бұл лязым олжык где-то 2 миллион лей версин ане тұтма бұл предприятий ончын мәсанем ол лязым осын орда и санерм ане она лязым аннашсына хепсе
Хем примария Чедерлунга, хем исполком, хем народное собрание лязым беля босуна карар ниже дорутма бу проблемы именно предприятия отправлено. Ниже наша на Дагагузе чифчелик баканным баше Сергей Ибришим, хепси я положек, а не проекты боилом битки снядан башачка ярма. Олег Дулогла, Леонид Арфнос, ГРТ, Хаберля. Экзаменерин вакыды башаралды, ниче 9-нчу классларын үйренчилери экзаменери верделяр аннатты Гагаузе үйретмек баканы Наталья Кристева. Историю ребята сдали в среднем на 7, тоже средний балл 7,6. Процент качества знаний 41,25. Это тоже достаточно высокий. То есть это 40% учащихся написали на 8, 9 и 10. История дерсини ушаклар 7 балдан таюсек ноталары верделяры. Бу пек и. Ушакларын 40% верделяр экзамене 8, 9, хем 10 ноталарына. Рус дилини 6 балдан таюсек яздылар. Румын дилинде үренен ушаклар тап рус яздылар бу экзамене. Ушаклар бүтүн дән ии верделәр бу сессия, ама вар көйтү ноталарда. Ики ушак томай күйіндән вермеділәр экзамене. Румын дилінде джоутай күйіндән хеп ушак язмады, хем история экзамене Еминеско лицейн ики үренчесі вермеділәр. Ама келен афта, июль айын бірінден дөрдінәден ушакларда олачек олайлык вермя енеден бу экзаменери. Есть и отрицательные оценки в 9 классах. Есть ребята, которые не справились. У нас есть две отрицательные оценки у гимназистов из села Тамай по румынскому языку. Одна есть двойка у гимназиста села Джалтай и две по истории у выпускников 9 классов лицея Минеску. Но для ребят будет еще одна возможность в этом году пересдать эти экзамены с 1 по 4 июля. Буквально на следующей неделе будет проходить дополнительная сессия. И я уверена, что ребята справятся и пересдадут эти экзамены. Кирей Сейнермиалтасында нышынынер халкла арасы наркотиклерден гүрешмек гүнү. Молдовада бүгүнө кадар 12 000 киши наркотиклери кулланырлар. Ел-елдан Молдовада наркотик кулланылан исаннарын саясы бүйер, нышанер доктор-нарколог Иван Виеру. Оба алыр бұны онны нане аналар, бобалар, иш арама кичин ашырыя гидерлар, ушаклары гөзетмексіз бракып. Первое – это кризис, который застал везде и всех нас. Ильк о дюнадакы экономика кризисы. Икинчи аналар, бобалар пара казанма кичин ашырыя гидерлар. Үчінчі ушаклар терби еділерлер сокакта. Работать, чтобы содержать своих детей. И причина следующая. Дети остаются на воспитании, будем говорить так, улицы. Ниже нышанер нарколог Иван Виеру наркотиклерин куланмасы чекедер мераклыктан. Не ачер йолу инсаннар наркотиклера баалы калсыннар. Сегодня его угостили курить. Завтра угостили или на другой день нюхать. Но на третий, четвертый раз... Бүгін түтін денеділер, ярын наркотиклері куландылар. Үчінші, дөрдінші сырая кендісі башылар онлары арама, чүнкі үйлін бағылы қалма. Сана 2 яда 3 сыра юдексіз вереджіклер бұндан сора лазым юдемем. Бұндан сора аналар бобалар есап алырлар, ане евден пара, хем башқа ішлер кайбелерлар. Замечать, что из дому могут не только деньги исчезать, могут и вещи. Бұның ардына варинчи пейдалансын проблемалар саулықлан, айлайлан, хем достыларлан. Психическая зависимость уже начинается, когда начинают поражаться органы. Первое, что... Не убалы калмак. Уачан сен хер заман истерсен ени дозы куланма, а не дайма бу кефта калма. Психика балы калмак чегидер о заман, ачан ичиндеки органлар башлырлар ишлемеме. Йок ар яда или наркотик, кепсенин бүйük зарары бар. Депрессия, феналык, хемдар гынык пейдаланыр, олер тазор гезме. Центральная, так и наружная. Они им трудно передвигаться. Бракылма наркотиклерден якше профессионал ярдым алдыктан сора. Ама ниже нышанер доктор зорлатма киши ане ойлачылансын якышмыр. Молдовада канона гюре инсанын кенди кайылыклы йоксайды, онын диспансера койылмасы олмаз. Один из самых главных вопросов в связи с тем, что Молдова подписала
будем постановление международное о правах человека, я не имею права его заставить силой, если он... Ең юнемне уани Молдова имзалады халклар арасы карары, ангысына гюре инсаны зорлама хакымыз йок. Ана бубада язар сайды карары больница якой махеп якышмыр. Чүнкі лязым осын официал полиция карары, ане о кимяса яда не яса зарар япты. Должно быть официально, опять же, что были вызвана полиция неоднократно, что он угрожал. Иван Биеруч из Гиляды, ани еса палды и саны саны якындыкларыны с наркотиклер и куланерлар лязым данышма узманнара. Гагаузен яшайнары са сайерлар, ани декат олмак ярдым олачек гюрешмя наркотиклерин куланмасынан. Информировать с самого малого возраста, не показывать пример свой, родители должны... Лязым анатма ең күчік яштан. Кендемес кету ернек олмайлым, цигары ичмейлым, чүнкі ода наркотик олмайлым бол бұс орышларда. Хем анатма, үйретмя, лафетмя. Вот такой вольности. И информировать, учить, говорить и говорить. Только так. Ну, наверное, с детства вот проводить правильно... воспитательные мероприятия. Күчіктен лазым тәрбие еделім ұшақлары. Оқылда, хем елді анатма не ойы, хем не ой көті. Хем масс-медиа анатсын бұның үшін. Ну и, наверное, наши СМИ тоже должны как-то освещать это. Наверное, нужно вести с детьми работу, вести, общаться с ними, объяснять им, в первую очередь, действие этих наркотиков, что попробовав один раз, ты потом не сможешь от этого... Ушаклар ланчалыш малязым. Оннар лан лафеделим, анадалым насыл наркотиклер зарар ябырлар, чүнкі бір кереден едейнен зор атылма оннардан. Бу енемне чүнкі ушаклар білмерлер оннарын зарарысыны. Кимсе оннары варынча колакласын, оннар да куланачыклар білмелек бұны сонычларыны. Как бы в компании, может быть, просто за кого-то. И они именно потому что не знают последствия. Не распространяйте это. Сатма Маунары, полиция Алансон. Да, чтобы полиция за это взялась. Заняться чем-то полезным. Я знаю, для молодежи придумать что-то побольше. Яп манашиса генчлер үчін мераклы бишей булма. Занатлы олсын архем дүшінмесінер наркотик архем түтін үчін. Не думали о наркотиках, даже о тех же сигаретах. Какой порядок он, какой дисциплина. От этого многое чего зависит. Если порядок... Лязым бакма варсайды тертиплек дисциплина. Чок бунунан балы. Онар йоксайда акылна не гелерсе япылачек. Бу девлетлен канонарлын, полицейлан, хем инсаннарлын балы. Инсан декат олурса, о кендисини коруячек. Вот в этом. И самого человека тоже. Если он себя любит, он будет и беречь себя. Ну, я думаю, это должно правительство наше как-то... Девлет та лязым дүшінсін инсаннарда. Сам как бы народ тоже... Если они этого не будут делать, то и не будет. Что делать? Предоставлять людям работу, чтобы занимались работой. Вермей инсанара иш чалышсынар, занатлы олсынар генчлярда. Начинают лезть дурные мысли в голову. Как можно, наверное, больше заниматься спортом. Ишчез олар сайды көті дүшінмеклер кафая гелерлер. И задуматься о духовной жизни. Дора Екизли, Вячеслав Кысса, Артем Топал. Бов там довода 30 градус сыджак бекленлер, неже курма салыны бухавада, а натылар хаталы улыларда баканын узманнары. Знаете, что в летний период проводится профилактика. Хепсиниз блерсиниз аньяс вакыдында сыджак хаваларын дурумнарында иканма масус ерлерде лазым. Куралларлан таныша билерсиниз. С обратной стороны он... Яс хашлак замана чан иканып серинеме истенилер, ама таман бу заманда да чок хаталы улайлар улайрлар. Иканмак заманында коркунчсус олайлары лазым дургутма. Категорически запрещается купаться. Иканма яса кеделер нереде олурса. Дамбалардан, көпрюлерден атлама хем ичкили суя герме ясактыр. Не с неизвестным рельефом. Запрещается прыгать с дамб, мостов, воду. Ушакларын суда ойнамасына, иканмасына аналар, бобалар дикат лазым олсынар. Ялныс ушаклар дүшмер калсынар, кер бежерерсылар да юзме. Конечно, мы сейчас живем в такое время, где везде можно о них узнать. Біз шынды өлі вақытта яшыр, сәне куралары херерді варнеже юренме. Біз онны раси сірген еріс. Херкезе онныра лазым дикат олсын. Федор Чубан хаберлер ане автономияның не бір дересінде, не де гөлінде, йок неже иканма. Практически во всех озерах. Регионун бир да гөлүндө иканма ясак. Сади бассейндарда варни жеңереде сусыжак хем дилдерин. Где вода чистая.
Буйылынчы кетмесінден ГГУЗ-да 2 буылма колай олды. Дилчуктан Балканеш Дулайнында 26 яшында чөжік буылды. Хаталы олайларда узманнар хепеляна саты дерлер, янгына каршы куралларыны куланма. Хотелось бы порекомендовать людям, во-первых, чтобы не жгли сухую траву. На сад еделер куру оту якмама, кяр яксаларда 50 метра узак япыдан лязмосын. Еркомшуларда куру отлуклар варсыдлар, онарда варнича тутушсунар. Угольки могут перекинуться на соседние здания. Битки вакыт бутакым куру отларын якмасында 50 гектар куру от янды. Гүздүклөрүн топланмасындан сора берекеди топламак заманында 5 янгын олду. Избегать солнечных лучей и... Güneş sıcaklığında lazım korunma hem güneşte durmama. Ne kadar çok su lazım içme, bol rubalar giyme hem baş koruntusunu kullanma. 2,5 litre день воды. Açan günlük sıcaklığı 35 градус sıcak olacak. Hatalı olaylarda bakanı sıcaktan korunmak palatkalarını yerleştirecekler. Hatalı olayların durumlarında 112 numarasına telefon lazım açma. Светлана Димитрогла, Мария Статова, Вячеслав Коса, Мария Казаку, ГРТХ Берляр. Спорт Берлиштерер Дебретлери. Гулябер спорт Улайнда, Булунду, Безим корреспондентымыз Зинеда Канцер. Регионал спорт лицейнда гечти турнир. Ангасынын сүрэсинде спортчылар түрлі девлетлерде гөстерділер кенді усталыйны. Якын 10 гүнә ушаклар Украинадан, Америкадан, Турциядан, хем Армениядан гечирэчіклер бірлэшік топлантылары, хем сынышлары. Онын чинки дейшмэ бечермеклерлі. География бүйлер. Шыны бізе келді Армениядан. Турция, Украина, Соединенные Штаты Америки. Зиму чучуклара бучуки, чучуклар булушерна, киньяшна ушакларна, башка девлетлерден, бир-бирине юринирли ели приемлары. Я санер мане бу илерле чик бизим гурешиде. Он че санер мане бу турнире хем бирлем япма, ярдым этме. Яз, гөзел ушаклар бурда. Bugün gelsen hani olmazsa nikak itiram. İki matta duyulardı kızgınlık kuşaklar savaşardılar kazanma pres yerlerine. Vardı sevinmelik hem küsü yaşları da. Amancı orguladılar sporçular en önemli bu yarışmalar verirler kolaylık alma yeni becermekleri hem yeniletme teknikayı. Ben güreştim Komrat'tan sporçu yılan. O kahveydi ama ben toplandım, taradım onu, yensedim. Güreşerim yılından sonra konkurentler kahve geldi Ukrayna'dan bindik toplumları kabul ettiler bizi iyi. Yapacağız çıkışları güreşleri adı ilerledeceğiz güreşmeye. İsterim kabul etme yerleri, yeni işleri, öğrenme olsun teknika. Ben finale kaldım. Bütün rakiplerimi yendim. Bir maçım kaldı. Çok güzel teknikler öğrendim. Başka hocalardan öğrendim. Sadece bir hocadan değil, tüm hocalardan öğrendim. Olimpiyat şampiyonunu gördüm. Тренерлерин лафларына көре бөлі олышлар бірлештірерлі спортшылары хем верерлі колайлық ұшылқылар айденненме, хем ені ішлері үйренме. Түркиеден келдік, 4 тәне спортшу кетірдік. Бұ 4 спортшудан 2-сі бенім кәнді олым, бір тәнесі де бұрада. Бұрда біз кәнді евімізді кібі хисседіоруз. Чүнкі Гагауз халқы Түркіеге чок бәнзіор, Түркіеге конушуорлар. О yüzden біз hiç yabancı gibi hissetmedik burada. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Toplam 10 gün burada kalacağız. Çok güzel antrenmanlar yaptık. Burada turnuva da çok güzel gidiyor. Her şey için çok teşekkür ediyorum. İsteyim söyleme yani. Çok sağ olsun bize Vladimir Dmitriyevic. Hani ses etti. Bize de geldik bu sporlara. Şimdi demiyorum turnir. Çocuklar pek kahve. Uğraven pek büyük. Gönçü savaşıyız biz de geri kalmama. Ne var bizde ikinci yer kapladı bu çıpatıncık. Şimdi bakıt teador var ta uşamadan var vakit. Var ta çocuklar güreşme. Adetçe toplantılar hem yarışmaklar serbest güreşmede geçirilerle sport regional liseyin yardımının hem kepele halklarısı organizasyonun yardımının Amerika'dan atletiv deyistviyem. Bu olsların önemliğini urguladı olimpik çempionu John Patterson. Bana dini büyük sevinmeli gene bulunma Gagauzya'da ben görerim. Ani burada uşaklar ilerlerler ben görerim. Ani var büyük progres serbest güreşmede. Bana dini pek mutlu görme nice
güreşçiler türlü devletlerden, bölünce Ukrayna, Armenya, Turcia, buluşurlar, yardım ederler birbirine olmada iyi. Нышанный они атлеты в действии организации Якон Онила Гичерер Бюля Ушлера Гагаузиада Дейл Илдан Девлет Лерен Сайсы Англера Пайлерлер Бу Яршмаклерда Зиделенер. Хайбер Лерен Сонунда Хава Дуруму. Гагаузиада Бекленлер Булутлу Хава Люзгар Бир Беш Метра Секунда Исиджек. Хава температура Сакумрата Гюндюй Скураджек. Отус градус Иджек. Гейджа 17 градусы джакуладжек. Чадарда гюндюс 29 градусы джак. Гейджа 16 градусы джакуладжек. Валканешка сабасында гюндюс 30 градус сыфырдан юкары. Гейджа 17 градусы джакуладжек. Си сиритнес хабирлери ГРТ каналында калын. Безимлен хемсадиджей и хабирляр сизем.